Подъем, Нейзи! Что случилось? Ты что? Пора вставать. Вставать ночь, ты что, идиот совсем? Ну ты что, забыл? Мы всегда ночью встаем. Мы же на рейков охотимся. На рейков? Ну, можно. Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я и Нейзи. Меня зовут Эмират, если вы вдруг забыли. И в этой серии мы что будем делать, Нейзи, дорогой мой друг? Машину. Сделаем машину, будем на ней гонять. Да, будем эрундондонить. Эрундондон. И все такое, в общем. Собственно, графику надо поменьше сделать, чтобы темно, чтобы было. Ну, действительно, так. Чтобы атмосферно было. Что нам нужно? Значит, мы какой? О, вот это вот Виллис джип нужен. Погоди. Виллис? Виллис джип. Собственно, для него нужен пулемет. Этот, который армейский? Да. Это Бровлинг, если я не ошибаюсь. Потом какая-то хрень. Какая-то ракушка. А, это вообще это... Я вроде их делал. А, да, вот, стоит, слушай. Где? Автомобильное шасси, большое колесо. Закрывай! Где? Да никого нету, чего ты боишься? Зомби. Я не вижу никого зомби. Где зомби? Там он кряхтел. Ау, зомби, ты где? Так, нет, нужно большое колесо или маленькое? Вот он морской. Колеса нужны. Во. Слушай, принеси вот мне кактусов расплавленных. Расплавленных кактусов? Так, сиденье... Оп, они у нас дома лежали, да? Принеси, пожалуйста, да. Тогда так, значит, сидушки сейчас сделаем. Стоп, я же соврал кактусы. Так я соврал их тогда. А где они, стоп? Их тут нету. Стоп, блин, как оно крафтится еще раз? Куда тут? А, вот они. Чё? Так. А, вот, отлично. Ну, что, вот как оно крафтится. Во, вот так все. Раз-два. Я их съел. Кого? Я съел зеленые красители. А, нет, не съел, это был баг просто. А, так они по двое крафтятся. О, как хитро ты все. Да. Вообще. Собственно, вот у нас уже три сидушки есть. Вот тебе. Ага, три сидушки. Так, и теперь нужен пулемет, слушай. Вот этот Бровлинг. А у тебя нету армейского ящика? Ой, американского. Есть. Да? Ты его крафтил? Да, крафтил. Пошли. Я его, кстати, только сегодня и скрафтил. Да? Да. Нахрена ты перед съемкой не скрафтил его и не сказал мне? Да, забыл. Забыл. Ладно, давай. Память подводит, что старость не радость. Старость не радость. Так, тут пока никого нет. Где он у тебя? Там? А, вот он. На последнем этаже. Ты его только не заметил, я не пойму. Так, значит, так, тут его нет. Томпсон, Спрингфилд. Нет. О, Бровлинг, вот этот. О, у меня для него есть луч. Отлично. Вообще, у меня для него вроде есть эти... Ну, это ж пулемет Бровлинг, да? Да. Может, сначала из него постреляем? А он вроде стационарный. Его сначала ставить надо, потом... Ой, гадство. Ну ладно, тогда... Поставим его. У тебя есть еще 6 железных слитков, а? 6 железных. Да, есть. Ну кинь-ка мне. Пожалуйста. Так, спасибо. Так вот, собственно, Бровлинг, все, скрафтил его. И патроны. Ну, патроны, ладно, потом пошли крафтить машину саму. Так, вот уже рассвет у нас. Где кто? Все, я убил его. А кто это был? Скелет. Скелет. Чё, я думал, Рейк. Не, он сюда не побежал. А, хотя да, если бы это был Рейк, ты бы тут вопил уже. Да все тихо. Я бы вопил ужас как. Еще бы. Ты как Слендер стоишь, там такой тун. Тун. Тун-тун-тун-тун. О, все, я могу его скрафтить. А, ты мне нужен этот. Кто? О, да ладно, у меня свой двигатель есть. Та-да, смотри, открывай. А ну. Открывай дверь. Дверь открывай. Поехали! Поехали! Так, не стой, я ж пулеметчик, стой. Топлива нету, слушай. Ты пулеметчик, блин. Стой, сядь за пулемет, я превью сделаю. За пулемет? Окей, да. Сел? Трррр, Call of Duty. Стой на месте, вот так направь, да. Стой. Во. Найс. Слушай, все. Архивай! Будь здоров. Так, спасибо. Что мне нужно? Мне нужно Алло? Канистра. О, канистра. С топливом. Ой. Как она крафтится?
Ага, вот так. У тебя есть уголь? Уголь. Уголь. Да. Дай мне уголь, пожалуйста, если он есть у тебя. Черт возьми, у меня его нету. Надо домой сходить за ним. Иди домой. Что ж такое-то? Все время домой приходится ходить. Надо сделать какие-то... У нас же Industrial Craft есть. Может, сделаем этот, как его, транспортировочные трубы? Можно. Чтобы так, нет, можно было... В самолете нету ничего. Ладно. Самолет тогда я положу пока что. Можно было бесконтактно передавать всякие шмотики. Бесконтактно. Ну как бесконтактно, и сундуком. Ну как по LAN-проводу, знаешь. Я понял, да. Ой, так. Собственно, сейчас нам Эмеральд принесет покушать. Ой, конечно, наверное, не поняли, о чем я говорю, но раньше на самом деле всякие файлы через LAN-провод передавали. Так, собственно, вот такая вот у нас машинка, такие фары у нее. Жум-жум. Так, что это такое? Кстати, так, сколько, интересно, у нее слотов на... Что такое с машиной? Что так колбасит? А, сейчас все будет. Давай мне сюда 4 угля. Она что так в этом, в текстуры провалилась только что? Да все, хватит меня закидывать, ты угольная фабрика. Так, значит, делаем так. Тюк. Все, готово. Садись, мой дорогой друг. Ты куда пошел? Фьюил. Все, заправляется наша машинка. Готов? Давай. Так, делаем звуки потише. Потише. Делаем на 10%. Готов? Давай. Все, поехали. 3, 2, 1. Стартуем! Стартуем. Все. Так, я пока что разгоняться не буду. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. Так, все. Едем, едем, с гаража угнал. Папину победу. Ай, ай, куда? Нет. Куда? Ты куда попёрся, горе-водитель? Все нормально. Все нормально. Так, поедем пока туда. Что, танк водил, что ли, я не пойму. Танк. Ну, кстати, тут механика немного на танк похожа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда? Я как GTA от третьего лица включу вид. Ой. Я в первой GTA это лучше водил. Ты вообще вид сверху, не молчи. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, давай-давай-давай-давай. Ой, немножко лагает у меня. О, скелет, еще перестрелка будет в гетто. А, у тебя же тут мои патроны-то не скрафтили для нее, ну ладно. Смотри, ты знаешь, как... Эндермен. Сейчас, я его... этого фена прибью. А, я не могу стрелять. Я его задавил, слышишь? Он самоликвидировался. Так. Блин, а классная машина, слушай, да? Сейчас будем как эти, как на приоре. Господи, я застрял. Ай, нет, мой Макарыч без патронов. Немного Господи, я свою голову вижу. Что за катастрофа? Что за зеленый слоник? Почему я в этой в листве застряла? А! Давай, вылезать надо. Я сейчас спасать буду. Все, пошли, пошли. Пошли сейчас куда-нибудь поставим на ровную поляну. В следующий раз я веду. Да, вот, стоп. Ой-ой! Ай! Фу, я отлично приземлился, еще круче, чем Нейзи. Давай. Вот, давай вот тут вот, а? Ой, так, стоп. О, кстати, слушай, знаешь, куда мы сейчас забрели? Это же я здесь и нашел кактусы. Да? Да? Где здесь? Здесь, вот там, на пляже. Они были, вот смотри, где я тебе покажу. Да пофиг, все, пошли, давай, вот поехали. Там. Ты где? Ты видишь сейчас, да? Да. Ой, нет. У тебя еда есть с собой? Еда есть, на. Дай покушать. Покушать-то. Выкинул такой земли, на, жри. Господи, что так лагает от Майнкрафта этого? Так, отлично. Куда едем? Домой, да? Да, домой. Окей, погнали. Поехали. Ой, там криперы. Три сразу. Господи. Так, там наш дом, да? Вроде там. Да, там. Давай, Врум, давай. Врум, мотафака. Давай. Ой. Не волнуйся, я профессионал, так что можешь не бояться, что мы упадем. Я уже боюсь. Я в GTA 5 водил танк и самолет. А после такого, это мне вообще кажется... чем-то необычно легким. Чувак, если ты не помнишь... GTA... О, стоп, что? Что? Смотри, куда мы приехали. Куда? В село. Какое село? Да, вылезай из машины нафиг. Давай. А где машина? Где машина? Твою дивизию я за... А вон она где. Где? А.
Мы, правда, мы в соседнее село реально приехали. В прямом смысле ехали в соседнее село, реально. О, житель, привет. О, стой, давай торговать с ним. Давай торговать. А, крипер, крипер, надо крипера убить. А то он взорвет. Все, ладно. Что он продает? 3 изумруда за книжную полку. Вернее, книжную полку за 3 изумруда. Господи. Так, стой. Что это надо за бомжатник? Это... Тут зеленого слоника снимали или что? Опа. Так, у нас есть 3 варианта событий. Ограбить, уйти или поставить памятный знак, чтобы сюда вернуться. Ограбим и поставим знак. Окей. Бульдозер. Режим бульдозер включен. Так, угу. Супер. Так, стоп. А что в колодце у них? Ну что, я на дно пошел. А, чувак, я на дне, в натуре. Мне надо выплывать! Выплывать! Бульк. Все. Бульк! На-на-на. Ай, я не успел. Искупался. Окей, значит, а как нам домой-то попасть? Легко и просто. Надо немного поотжиматься и подумать. Все, я поотжимался, я понял, где наши... Вот где наши поселения. Давай, садись, поехали. Где я заскриню на память? Все, я заскринил, теперь я могу ехать. Давай, садись. И куда ты попёрся? Вперед. Ой-ой-ой, что это наверху там, смотри? По-моему, нам не вперед надо. В пещеру на машине! Ты с ума сошел. Ой, тихо! Вы что, где? Где машина? Стой! Стой! Ой, вылазю, вылазю отсюда, и мне тут страшно. Ты как хочешь, а я пошел домой, мне страшно здесь. Артурий, давай пошли домой. Стоп, а давай там разведуем все. Не, машина, Отдыхай. Конечно, классная вещь, но... ты куда пошел назад, эй? А нам сюда разве? Да и пофиг, посмотрим, что тут. Хотя да, мы же сталкеры. Сталкеры. Вонялкеры. Вонялкеры, вот-вот. Давай, пошли. Так. А вдруг тут райки живут ночью? Где это мы? Ну ничего, потерялись, как в прошлый раз. И это... Собственно говоря, не в первый раз. Ну да, найдем дом. Это же классический Майнкрафт биом. Почти что. Только тут везде туман и все. Ну, так... имеется в виду, типа 2012 года. 11-го. И 11-го тоже. Хотя нет, все-таки 11-го, потому что... Ой, классический лес. Обожаю леса в Майнкрафт, они такие классные. Угу. Особенно, знаешь, вот именно вот такие вот, которые дубы, которые растут. Такие. Да. Ух ты, смотри, смотри, что тут есть. Где? Вот я. Сейчас вот сюда вот спускаемся. Во. Во. Что ты там нашел? О, тоже знакомые места. Ну ладно, давай, пойдем дальше. Ну, пойдем. Блин, и я так. Не знаю, тут так красиво. Такие красивые горы. Я бы тут остался, если б не вещи. Почему меня откидывают назад-то, а? А, кушать надо. Правильно. Надо кушать. Покушать-то. Кто не кушает, тот слаб. Ты где? Это где? Я убиваю крипера. Какого крипера? Где ты его нашел? Которого пока что еще не настиг. Ты где? Я. Прыг! Ой, нет. Ой, нет, вот прыг! Рыг! Чпэньк. Ой, да. Воу, нет. Кстати, классно. Блин, на туре классический Майнкрафт. Так, что я еще нахожу тут? Интересным. Точно, у меня, короче, на флешке, да? Тогда у меня еще интернета не было. Я Майнкрафт играл, да, в 2009. И... Ну вот, и там, короче, у меня всякое такое было. Ну что ж, я... Вот, у меня вот было... Кстати, темнеет, ты в курсе? Да? У меня на флешке, говорю, была... Был Майнкрафт, у меня... Интернет... Какая гора красивая. Все, давай тут останемся. Давай сначала наши вещи найдем. Стоп, в натуре классные. Пацаны вообще, ребята... Умеете, магию. Слушайте, мне это давай в той горе пока что переночуем, что ли?
Че, ночевать будем? Да. Ну ладно. Конечно. А, сзади, сзади! А! Я... Нет, нет! Пол ХП! Все, я сдох. Давай, подыхай тоже, я дома. У меня пол ХП оставалось, я все равно не был не желез, по сути. Ладно, все, прыгай, машина у меня. Ты где? Я тут. Ты в доме. Иди на вышку иди. Ты уже в навышке? Да. Ты такой шустрый. Короче, а у меня там спаун стоит. Сейчас Эмиральд придет, я продолжу. Та-дам. А! Не пугай меня, ты что? Окей. Ну вот, собственно, давай, заканчивай. Ну что ж, дорогие друзья, сегодняшний день был полон приключений. Мы нашли горку, создали машину. Ну, сначала мы создали машину, а потом уже покорили горку, нашли село. Потом много чего еще было. Нейзи поплавал в этом, как его, в колодце. Мы ограбили деревню. И потом успешно умерли. Да. Ага, только меня Крипер скинул с этой, боже. Я Криперу, который спас нас и выселил из этого леса. Он сказал, типа, нет, чуваки, вы слишком молоды для этого, идите домой. Да, может, мы пошли. А, кстати, слушай, вот помнишь, я всю про ту гору все говорил тебе ща, которая... А, вон там он дали. Помнишь, там свет где был? Давай в следующей серии туда сходим. Ща, а вот, давай. Она прогрузится, погоди. Вот, видишь, там огонь. Ой. Вижу, красота. Вот я туда очень. Что ж, дорогие друзья, в следующей серии мы туда сходим. Давай. Пока. Пока. А я сейчас прыжок веры так.